Мы с Аней находимся в музее игрушек в Брюсселе. Сали катается на мотоцикле. Кто еще с тобой катается, Сали? Панда. Наша панда. Ее зовут как? Панда Кунфу. Панда Кунфу. Мы ее назвали Фифи вчера, Сали. Вот еще машина, Сали. Смотри, большая. Вот, можно в ней тоже посидеть. Залазь в машину. Да. Да, тут руль на каждом ряду есть, видишь? Залазишь? Панда в багажнике? И панде место нашлось, да? Ты видел, как классная железная дорога? Огромная, смотри, как город целый. Да, я выхожу. Вон Амар идет. Амар идет. Я тут. Не забудь панду, Сали. Амар пошел вон в ту машину. Сали идет к тебе. Там кухня, Мартик. Сейчас она придет. Сали, что это? Печка, стиральная машинка, да? Покажи тортик. Вау, какой тортик у тебя. И тостер. Смотри, Амура, какой старый тостер. Видишь, деревянный. Но у нас новый. Тут старый. Тут все старое. Это же музей игрушек. Смотри, Сали, какой розовый набор. Сервиз. Чайничек. Своих друзей в автобусе. У тебя кто, панда? Коляску не надо залазить в автобус, Алик.
Видите? Я видел. Как в этом, в парке аттракционов. А тут и солнышко. Я сама могу. Залезете в лодку, и тут видно зоопарк. Смотри, какой красивый. Ух ты. Маленький. Мурочка, не ложись на стекло. Тут нету осликов. Осликов нету? Коровки вижу. Побежали, Салли, на второй этаж. Побежали. Это еще только второй, а потом еще третий. Идем наверх, наверх. Тут самолет висит. Пошли, пошли, посмотрим, Салли. Или осликом? Кто живет? Такие домики, как в Бельгии, да? На улице. Ух ты, красиво внутри. Амура, смотри, какие маленькие фигурки. Да? Да, ты школа. Военные. Замки. Рыцари. Тут по эпохам, знаешь? Древних времен до теперешних. Вон король с королевой, смотри, на красной дорожке. Вон. Я ходил на фару. Подожди, Барби.